Здравствуйте, туристы-милитаристы. Нож кит производства Кизляр Суприм предоставлен магазином knife05.ru. Магазин участвует у нас помимо постоянной скидки в 13%, надо сказать, очень хорошей скидки, такой не жлобской, не жаднической, с кодом Архадыр. Он еще и участвует сейчас в акции «Новый нож на Новый год». Давайте что-нибудь мы строганем. А классно на самом деле. Сейчас я и под пологий, и под большой угол совершенно. Может быть, это, конечно, такое не самое бомбезное супримовское строгание, которое у нас здесь было, но очень достойно, очень. И могу сразу отметить невероятное, вот именно при молоточном хвате, у меня были сомнения еще, невероятное удобство рукояти, очень удобно держать, нож удерживается просто суперски. Но раз уж он такой, пускай и небольшой, но довольно такой пухленький, сейчас я найду подходящую по размеру, ну, пускай это будет, я даже помню это сердечко, когда я вырезал в прошлом году, сейчас мы им еще и забатоним. Так, show must go on, чтобы все было видно. Вот таким вот образом мы зафиксировали. Ну, даже вот такой вот небольшой батонинг, ну как сказать небольшой, если опять же вы возьмете какой-то там вот такую вот деревяшечку, по уму-то забатонить вообще без проблем окажется. Это если не поперек, а вдоль, спокойно совершенно работает. Быстренько. Классная рукоять. На самом деле, сейчас я вот, чтобы зафиналить, скажу одну вещь. Давайте мы еще пококосим, раз уж у нас кокос здесь есть. Знаете, вот, я подумал, что если сейчас я себе распорю руку, то вот это как раз у меня в какой-то момент, именно сейчас, присутствует какое-то жопное чувство, знаете, бывает, вот, называется, предчувствие, его не обманули. Потому что как-то вот прям реально у меня ощущение, что у меня сейчас уйдет нож в руку. Не знаю почему. Так-то абсолютно контролируемо все. Вот так вот. Совершенно замечательный результат. Все красиво. На самом деле тест довольно показательный, потому что, если вы помните, у нас несколько ножей именно на кокосе угробились. Со всей силы я ударил в этот кокос сейчас. Кончик остался целый. Вообще такой нож реально для своих размеров перекачанный. Что я хочу сказать, ребят. Было бы очень здорово, если бы супримовцы этот нож переделали. Если бы они сделали ему или сканди спуски, или прямые от обуха, на мой взгляд. И убрали бы, конечно, бы вот эту вот хрень. Может быть, рукоять немножко попроще, более такую скандинавскую сделать, меньше каких-то выемок. Потому что сама форма клина, вот это мне очень нравится, действительно. Сама вот именно вот как вот, это такой, вот это реальный скандинав. Но должны быть другие спуски, должно быть немножко вот по-другому все обработано. А в целом, нож очень нравится, он такой, прям, знаете,
хороший такой паренек, такой ловкий. Так, ну что, даже побатонили, несмотря на такой небольшой клин. 440C повела себя совершенно достойно. Все, спасибо за просмотр, увидимся, всего доброго.